Привет всем! Я вас приветствую на канале Бродяга Режиссер. И это рубрика «Архив Бродяги». Сегодня в этом видео будет показан магазин моей мамы в селе. Получается, мы открыли магазин в селе и то есть из летней кухни сделали. Далее, что будет в этом видео? Встреча с моей женой в Киеве после прохождения практики в загранице. А также мой день рождения. Поэтому приятного просмотра, всего доброго, подписывайтесь на канал. Все, до свидания. Время колокольчиков. Добрый вечер. Добрый вечер. Берется сегодня 21 декабря 2008 года интервью у Андрея. Берет интервью мама. Сынок. Шумом. Ну вот скажи мне, Сайка, чем тебе прошедший год уже запомнился? Чем? Вот такое яркое событие какое-то. Яркое событие? Ну, во-первых, Дания. То, что в Дании, пока я сейчас приехал на выходные, в отпуск. Нахожусь в Дании, это уже большое событие. Ну, такого. Работаю там, мне нравится. Поэтому для меня это очень большое событие и разнообразие этого года. А следующий год покажет, что будет дальше. Ну, какой у тебя год был в этом, этот? Этот год? Да. Ну, ну то, принципе, что ты в Дании был, это удачный, удачливый день. Удачливый, то есть, год был. И день, и год. Ну, как удачливый? Ну, как удачливый? Ну, без черной полосы. Все было белая полоса, черной полосы не было. Поэтому во всем. Когда ты уехал в Данию? Первый раз? Ну да. С третьего курса. Не, понимаю, число какое. Число? Я даже не понял, какое число. Ну, приезжал ты в этом году домой. Ну да. С кем? А, приезжал я с женщиной. С Дании, она тоже с Дании. Вот она хотела посмотреть Украину, как здесь в Украине живут люди, как культура здесь и все остальное. Ну, показал. Ей понравилось, хочет еще раз, ходит на курсы русского языка, учит русский язык, хочет в следующий раз поехать опять в Данию. Ну, хорошо. А вот знаменательное такое событие этого года, что ты познал в этом году для себя лично, в личном лично. Плане? Любовь. Не, любовь, наверное, нет. Разочарование. Я познал. У меня есть определенная какая-то идея. Нет, не идея. Ты не вот идея. Мы говорим за прошедший год. Вот он уходит. Нет. Осталось 10 дней, да? Ну. И вот это самое. Вот что такое для тебя самое-самое было этого года? Что ты познал? Разочаровался в чем? Честно скажу, не было. Просто конкретно нужен вопрос именно. Я не пойму этот вопрос. Ну, по поводу личного. Целый год был удачный. Целый год у меня был очень удачным во всем, я же говорю. Поэтому по поводу личного, ну, конечно. Допустим, сейчас я приехал к вам, да, это уже то есть для меня очень радостно и в этом году. А то, что там было, или бывало, конечно, какие-то трудности, но все равно, в основном, в этот год мне очень принес много чего хорошего, положительных качеств и всего остального. Поэтому... Понятно. Это интервью на камеру. Но не от души.
Да. Как от души? Так а что от души? Как от души сказать? У меня то, что я говорю, как оно и есть. Все выпечатано. Здравствуйте. Мам, скажи, что знаменательного было в этом году? Что вам запомнилось в этом году? В этом году запомнилось... Что знаменательное? Знаменательное — это когда это самое... Ну, более такое, что вам понравилось. Конечно, когда ты приехал домой. Правда. Это от души. От души, да, это от души. Когда ты приехал домой, ждешь, дождалась, приехал, гостей привез. Ну, гостям. И ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Что вы ожидаете в следующем году? Какие ваши будут планы и действия в следующем году? Ожидания. Ожидания в чего? Ожидания детей. Что Рома приедет, Андрюша приедет. Ожидания. Скарно. Дома. Без детей. Думаю, может, порадуют невестками, которые принесут внуков. Тоже без внуков заскучала. Да не во внуках радость. Конечно, во внуках радость. Чтоб ваши мечты сбылись. Хотелось бы, конечно. Как вам ваша работа в магазине? Когда идет торговля, тогда весело. Идет торговля. И шла торговля в этом году? В этом году слабенько. Как вы думаете, в следующем году у вас пойдет торговля? Кризис? Навряд ли. Но... по своему десятилетнему опыту знаю, что бы ни делал, как бы ни делал, работа — это лучше, чем нет работы. Какая бы работа ни была плохая, какая бы работа ни была, это самая невыгодная, чи выгодная, но самая невыгодная — это когда не работаешь. Как вы будете готовиться к Новому году? Какие будете блюда делать? Что вы будете готовить к Новому году? И к Рождеству? Ну, сейчас проблем нету, как раньше. Сейчас в магазин зашел, жена смотрит, то и взял. На стол поставил. За стол не сильно переживаю, не готовлюсь. Как в прошлые разы, в прошлые годы. Думаешь, сочиняешь, выгадываешь, экономишь. А сейчас есть возможность, что хочешь, на стол поставить, приготовить. Конечно, должно в доме запахнуть и мясом, и рыбой, и вкуснятиной всякой. Но проблемы по поводу еды у меня с магазином уже нет. Что ж я? Вроде бы все. Все. Пока интервью у нас закончится, отлучимся. Добрый. О, спасибо, спасибо. Добрый, добрый. Что? С наступающим. Добрый, добрый. Счастья, здоровья, благополучия, крепкое здоровье, все наилучшее. Как это, нормально, Сереж? Хорошо. Буду. Можно. Работа на мае. Там можно чуть-чуть поговорить. Ты знаешь, у нас тоже лизинг позабрал, 155-й забрал. 65-ку, когда вы будете забрать, да, нормально. Не знаю, буды там случились, буды. Никто ничего не знает. Так, ну пару, что? Говорит, тушенкой. Мне это ты так красиво. Водкой. И не одетый. 50 на 60.
Потом я и так камерой вас не снимаю. Я в тике 22 числа приехал, чи нічого не знаю, не звонив і їхати не собираюся. Давайте мені, нахер мені тушонка їхня, та водка. Там не три штучки. Як там, Володя? Я положу вот это, глупцы, так, вот там низом такие большие, хорошие. Можешь в такие, можешь уже коробку. Положу тебе туда. Да, да, да. Все, хватит. Андрюш, я все выложу. Как все? Я тебе только, мне нужно достать твои голубцы. Понятно. А те нижние ты положишь туда, да? Эти нижние, они красивые, я их положу тебе. Сереж, ага, еще раз тебя с наступающим, с прошедшим. Всех благ, 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 благ. Поймала. Хай Бог помогает. Угу. Все. Да, все. А это сейчас это самое. Да, да. Тебе положу. Да. Тебя заснимают. А что ж заснимают? Он звонит и звонит. Ой, со Ашхабада ему звонят. Какого со Ашхабада? С Хмельницка це. А что записано? Со Ашхабада, Серега. Ну что, робил в Ашхабаде, я ж всех не могу запомнить. Я тільки підписуюсь там, где кто это сам. Вот такие они. Да, да, нормально. Что я был? Там на тарелочку хватит, да? Ну, не знаю, должно. Ну, хватит, да, нормально. Водичку я не знаю, куда тебе. Уже в этот. Что так разогреете? Там так разогреем потом. Это мамка мне на Новый год голубцы ложит. Буду встречать с молодежью. Да-да, хватит? Да, хватит. Может, водичкой чуть-чуть там облить. Чуть-чуть там, не чтобы не жирная она была. Но... Как дела, пап? Окей. Мам, как дела? Крошки, трошки. Мам, как ты? Как дела? Отлично. Праздничное настроение? Да, сыночек идет. Новый год. Новый год. С молодежью, мамку, папка сами. Сегодня сыночек идет Новый год справлять, так что праздничное настроение. Праздник состоится, да. Праздник удался. Да, удастся, да. Сейчас на крошечке сейчас. Все, все, хватит. Сейчас заставим. Чтобы оно не разольется. Я ж не знаю. Ты сказала, я тебе сделала. Ну, хватит. Вот это навистки на маму, как мамка сыночку готова. Тормозочек. Ой, на день рождения. Киновистки. На день рождения кормить. Там киновисток еще самих надо, это самое. Кормить. Обучать. Вот кормить, да. Обучать. Обучать. Там вот не к мамке есть обучать. Я, у меня сыновья беды почуть. И борщи варять. Да, да. Так, Андрейка, я тебе... Сыро, блядь. Давай кушать тоже голубчика. Спеть не получилось. Да. Так. Так. Мама, можешь себе отключить? Есть. Ага. Это мое рабочее место. Да. Рабочее место. Весы. Вот. Весы. Тут включается так. Вот, электронные весы. Любое, да. Даже тут вес, цена, а тут сумма. Вишенку, басу, фоточка. Вишенка, басу, да. Показано вес 420 и за килограмм потом уже мамка вводит. Колбаса. Це витрина, мороженое здесь, да. Ценник. Сегодня 10-е, настроение у мамки немає. Андрюша приехал. Ой. На месяц, что на один день. Вот так. Вот так. Вот так. Хлебушек сегодня был, продавали. Угу. Настроение, я же скажу, совсем нема. Ничего, будет. Включаю. Ничего странного, как будто я там уезжаю на 2 года или на сколько там. После Нового года разобралась все, пусти полки. Ну уже, Андрюш, это самое проведем, а тогда начнем навозить уже товар с папкой. Угу. Вот. Хлебушек трошки остався, ну ничего. Добавить. Конфеты товар. Порозбирали на Новый год, все порозбирали. Шоколадка ты не будешь брать? Ты ничего... Не, я взял шоколадки. Ой, ты ничего не забыл? Да все вроде тут. Это тут одеколоны, мыло. Там одна паста, а? Там одна паста. А, да не надо. Не будешь больше варить там, да? А вот заправка до супа, не хочешь вот такую взять? Да не, я брал такую. Не понравилось? Да ну такая, мы лучше суп так сварим. Знаю, Андрейка. Паштеты туточка. Не, у меня уже все, уже не, я уже ничего брать не могу. Сок ты возьмешь в дорогу, не? Mm. Поезд. Ну, можно возьму. Гранатовый, да?
Чи пакетом возьмеш сок? Як ти возьмеш? Пакетом возьмеш. Гарантово не сильно сладкий. Ото садочок. Подальше садочок, да? Да. Один-два? Один. Хорошо. Чипсы, шум, не, не корешки, сухарики, семечки. Ничего ты будешь брать? Не, ничего, корешки? Ничего. Все вам. Так. Сок взяла. Что-то у меня такое впечатление, что что-то ты еще хотел и забыл. Да все. А, вот, крабовые палочки. А, ну давай. На дорогу возьмешь? Угу. Если ты побольше возьмешь, такие, да? Угу. Чи по 100 грамм возьмешь? Да нет, так простую. По 100 грамм? Да. Нет, а, крабовые, ну по 100 грамм. Давай большую возьмем. Большие, или... да? Ну, или не-не-не, давай нам все-таки 100 грамм возьмем, маленькую. А че? Не-не, 100 грамм возьмем. Да не знаю, побольше. Две штуки возьми так, да? Чи три возьмешь? Нет, две хватит. Точно? Да, да, точно. Может, это будет много, я тоже знаю, что в поезде так. Так, крабовый взял, есть шоколад, ты не будешь брать, чай ты взял, все. Все займешь? Да. Вот это хлеб, пиво, да? Калачи. Пиво. Пиво нет. Нет, пиво нет. А так бывает у нас вот такое вот пиво. Пиво светлое, московское, 0,5 литра, 2 гривна, стакан, 30 литр, 4. Дед Мороз тоже хэппи. Merry Christmas. Да. Счастливого Рождества. Да. С оленями. Товар. Сейчас я ромчика покажу. У мамки всегда ромчик здесь. Да. Вот он. А Андрюша в спальне. Да. Ждут его, не дождутся. Вообще. А тут это был, я не знаю. Да я сорвал этот. Вот стерва, так я знаю, что был Андрюша тут. Думаю, где фотография делась. А зачем ты ее сорвал? Не, Андрюша вот он. А что ты ей сорвал? А там петелька мне нужна была. Я ж вам вот носки вешал, когда. А, это вообще. Думаю, был Рома, был Андрюша. Уже Андрюша нема. А ну Андрюшу покажи вам. Вот Андрюша. И у меня тут двое. И Андрюша, и Рома. Чтобы так не выступал, вот так тебе. Та не надо вам. Всем на этим. Подожди, я кнопку, наверное, у меня тоже еще нема. Вот, так и работаем. Ну, держитесь, мам, удачи вам, счастья, здоровечка покрепче, ждите. Так что приеду, ждать, уже будет. Ждать, да. Ну, тут ничего страшного. Тебе пути, дорожки, чтобы тебе все там было хорошо. Спасибо, мам. Не печалься, все будет, уже его печалится, мам. Ничего не печалься, как будто я там, мам. Колбасу хоть пробрать. Да. Все будет хорошо. А, выручка, аж бачу сегодня? А, яка выручка, покажи. Ого! Ну, это мало. Тут у меня еще этот самый, проверка этих денежек. Денежек, да. Долларов. Если что, евро то тут принимают. Ого, заело, ля. Ля, заело. Все. Ля. О, все. Вот. Такая выручка вместе с хлебом. Сначала платишь за хлеб, потом возвращаешь. Ну а зарплата, это выручка с хлебом, угу. А зарплата уже 20 рублей сегодня наторговала. 20 рублей всего заработала. Угу. Ну все равно хорошо. Деньги, выручка выручкой, а 20 рублей зарплата. Вот так. Угу. Так что не думаете, что это все мои. Да. Должок надо вернуть. Ну да. Да. Остаю я вот так. В этой самой. Я да. По водичку беряла. Да. Давай, солнышко. Пошли, угу. Заюшка. Пошли у нас. Это подсобка. Да. Так, брать калач. Да. Будешь сейчас завтракать?